Широкомасштабная акция «Бикерия-2014», направленная на сохранение популяции сетровых на Северном Каспе, завершена. В ходе ее проведения было возбуждено 140 уголовных дел. Участники акции подвели итоги и проанализировали ошибки. В целом, говорят они, конечная цель практически достигнута. 140 уголовных дел возбудили в ходе проведения акции «Бикерия-2014». Она стартовала 1 апреля и длилась 2 месяца. Изъято более 27 тонн рыбы, из них более 1 тонны осетровые, почти 18 килограмм черной икры, 1200 орудий лова и 176 плавательных средств. В этом году организаторы привлекли к акции все силы и средства береговой охраны. Было задержано 24 граждан Российской Федерации. Они являются нарушителем государственной границы, но задача их, при нарушении границы, они преследуют цель именно вылов рыб осетровых пород. И все это происходит, конечно, на территории Республики Казахстан. Как констатировал один из докладчиков, задача широкомасштабной акции практически достигнута. Вместе с тем, мероприятие позволило заострить внимание на некоторых проблемах, в частности, на недостаточном материально-техническом оснащении некоторых служб. Мы в бюджете 15-17 годов заявки, мы все эти недостатки отразили. Ну, будет защита бюджета, но сказать, что будет 100%, она охвачена в 15-17 годах, нельзя заранее озвучить, но мы бюджетную заявку подали. Это и быстроходные катера, и ВСМ, и авиабилет. Кроме мер, направленных на пресечение браконьерского лова рыбы, стоит острая необходимость проведения научной работы, отмечают специалисты. Это исследование путей миграции осетровых, обследование мест нерестилищ. Только в таком случае можно будет говорить о действительно реальных результатах работы. В целом же многие моменты акции лягут в основу будущих планов организации подобных мероприятий. Тагату Тигулов, Азерхан Уахитов, Аматай Матенов, Атырауская область.